15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Позже эта дата стала днем памяти воинов-интернационалистов, всех тех, кто исполнял интернациональный долг за пределами России, в Афганистане, Анголе, на Кубе, в Сирии и других горячих точках. И мы об этом молимся, мы в это верим, и мы на это надеемся, что эти ребята, которых мы вспоминаем сегодня без имен, потому что их много, но мы знаем, они все у Бога в книге жизни написаны. В этот день совершается поминовение жертв кровавых противостояний. Под сводами храма в Десногорске собрались те, кто чувствует причастность к тем событиям и к тем потерям. Это участники боевых действий, воины-интернационалисты, представители местной и региональной власти и все неравнодушные жители. Воины-интернационалисты, защищая мир за пределами нашего Отечества, за пределами нашей страны, они дарили мир здесь, живущим в городах нашей большой страны России. Местом поминовения стал и Курган Славы. Величественный мемориальный комплекс переживает новое рождение, становясь символом мира регионального значения, а также символом потерь, которые ради мира пришлось понести. С недавних пор частью экспозиции стал и новый монумент воинам-интернационалистам. В прошлом году здесь был открыт памятник воинам, погибшим при выполнении своего служебного долга. Здесь появилось место поклонения, куда можно прийти, положить цветы, вспомнить своих боевых товарищей. Некоторые из товарищей этих мужчин покоятся на Десногорском кладбище. Здесь лежат участники боевых действий в Афганистане, Чечне и Таджикистане. Их нет уже давно. Историей стали эти конфликты, в которых они воевали. Но все это не только вечные шрамы как для страны, так и для близких людей. Это еще и пример настоящего мужества. Мужество, которое должно быть в сердце каждого и в мирное время. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.